удобным для вас способом. Звонок абсолютно бесплатный. Если вы оплачиваете банковской картой, заказываете на сумму 1499 рублей, то доставка для вас бесплатна. Поэтому обязательно пользуйтесь и также специальными акциями, скидками на нашем сайте leomax.ru. Итак, в изумрудном цвете, темном изумрудном цвете, 52-54 остался один джемпер. Представляешь, Свет? Вот о чем вам, мы с тобой говорили. Вот вам и результат. Девочки, вообще хочу сказать, что у нас сегодня только 4 модных эфира. Это значит, что один уже подходит к концу, остается только 3 модных показа. Мы обещаем вам, что, конечно, нас очень волнуют ваши пожелания и просьбы. Одним из них были письма, которыми закидали нас наша аудитория. Женщины писали, когда впервые был Кази представлен у нас, было всего 2 часа. Многие говорили: девочки, он еще будет. Скажите, пожалуйста, когда будет коллекция? И вот наша команда менеджеров, байеров отправились в Турцию. Они сами выбирали, выискивали для вас такие модели. И сегодня бренд Кази официально представлен на Leomax24. Сегодня яркое восхождение звезды. Я думаю, что такие вещи, Анечка, это дополнение, это главный акцент, это украшение любого гардероба. Конечно. И прелесть, Анюточка, этой коллекции в том, что, несмотря на свою роскошь и статус, эти вещи прекрасно впишутся в любой образ. С твоими джинсами, с юбкой кожаной, например, с моими кюлотами. И любая одежда из вашего гардероба, вы можете ее совмещать. Вот ты знаешь, очень часто по жизни говорят, вот дело случая, удача какая-то. А мне кажется, что еще очень важно быть человеку самому готовому к этому случаю и к удаче. А как вы будете готовы? Когда вы хорошо выглядите, когда вы нравитесь себе, и вы понимаете, что вас предстоит, у вас какое-то мероприятие важное, и у вас есть что надеть. Вы будете выделяться, будете шикарно выглядеть, идеальная посадка, потому что везде и натуральные ткани, и кристаллы, и такое шикарное оформление. И посадка, как сегодня мы со Светой все измерили, показали вам и доказали, что на любой тип фигуры. Ты знаешь, стиль такого бренда Кази, он универсальный, вот он для всех подойдет. Это правда, причем даже любой возраст. Да. Как мне нравятся эти рукава. Я вам скажу, девочки, что в чем-то даже перекликается с брендом Schiaparelli. Я обожаю творчество этого, на мой взгляд, великого дизайнера. Конечно, ее сейчас нет в живых. Они вместе с Шанель когда-то поднимали подиумы и радовали весь мир своими красивыми нарядами. Очень похоже на коллекцию наших дизайнеров, которые делают шикарные наряды. Такая мода прет-а-порте, это высокая мода. Вы знаете, эти джемперы, я думаю, украшали даже подиумы в Милане, когда были представлены модные коллекции на неделе высокой моды. Что-то очень схожее есть с дорогими именитыми брендами, но у бренда Кази чувствуется вот эта нежность. И знаете, это вот почему наши модницы любят очень часто ездить в Турцию. Это страна радости, это страна улыбок, это страна цветущая. Солнце, тепла. Вы знаете, гуляя по этим, мне посчастливилось, я 2 раза была в Стамбуле, и это, вы знаете, какой-то такой заряд энергии. И вот у меня сейчас ощущение, что мы с тобой тоже туда в этой попали, солнечной, красивой стране. Итак, бренд Кази более 30 лет на фэшн-рынке мира сегодня представляет свою потрясающую коллекцию. И этот джемпер я бы назвала «Черный ангел». Вау! Итак, вишневый, 52-54, вообще размер в темно-изумрудном цвете продан, его больше нет, 52-54 в изумрудном, но есть в других цветах, да, и ты говорила, я это рекомендовала, нет размера вашего в одном цвете, закажите другой, они бесподобны, все 4, вот сейчас перед вами все 4 расцветки, белый, черный, вишневый, но мы называем его такой фуксия-малиновая, и изумрудный цвет, называется Нэнси, 311-749, номер лота для заказа. Заказ можно сделать по телефону, заказ можно сделать через наш сайт leomax.ru, на нем делать заказы легко и просто, там еще больше товаров, более 1000 товаров представлено, поэтому выбирайте легкий, простой заказ. И, конечно, сегодня мы говорим о турецкой премьере бренда Кази, который сегодня представляет вам шикарную коллекцию. Это роскошные кристаллы, это вышивки, это использование инновационных технологий и, конечно, эксклюзив, который только у нас на Leomax. Поэтому выбирайте плотно. Вот, знаете, даже берешь в руки этот
джемпер, понимает, что плотная вискоза, она ласкает кожу, она дышит, вы не потеете в этом изделии. Это не какая-то синтетика, которая продается в каждом торговом центре. Это эксклюзивное предложение для вас. И не случайно вы сегодня включили наш канал, не случайно вы с нами в этой рубрике «Одежда и аксессуаров», которая сегодня премьера новинок. Итак, дорогие друзья, кристаллы, потрясающая вискоза и доступные цены. 7999 рублей цена, выбирайте. Кстати, на мне, который джемпер тоже, да, сегодня будет представлен, но мы, наверное, не успеем, Анечка, в этом часе. Ты знаешь, показать. Настолько активны наши модницы, они не отпускают джемпер Нэнси. Но давайте посмотрим на нашу прекрасную Анечку. Она выбирает для себя сегодня джемпер Милана. Уже рассказывала о своих ощущениях. У нас джемпер представлен в скольких оттенках, Катя? В четырех оттенках. Итак, джемпер Милана, 6999 рублей его цена. Мы обязательно в следующем часе о нем расскажем. В этом уже не успеваем. 311 759. Номер лота для заказа, на мне цвет бордовый. Это такое восхищение, это такая радость. Знаете, вот когда надеваешь такую одежду, хочется вот прям расправить плечи, хочется показать этот рисунок, вышивка, ощущение потрясающее. Выбирайте, обязательно оставайтесь с нами, продолжайте смотреть наш канал. Ну а мы будем возвращаться к джемперу, о котором мы в этом части говорим, который тоже очень популярен и в изумрудном цвете 52-54 уже закончился. Итак, этот джемпер Милана, который вы сейчас видите, с вышивкой, а вот этот джемпер называется Нэнси. Вы знаете, если бы сегодня эти джемперы даже были представлены за 10 тысяч, за 12 тысяч, да, я думаю, что желающих приобрести для себя такой эксклюзив ничуть не стало бы меньше. Я очень благодарна, что такие роскошные вещи мы напрямую теперь сотрудничаем с брендом Козе. И у нас есть возможность порадовать наших женщин такими комфортными ценами. Если честно, девочки, вы посмотрите, сколько здесь заложено труда, сколько здесь вообще закуплено всего. Вот я думаю, что даже мешочек этих кристаллов может стоить 10 тысяч, потому что кристаллы, да, а даже одно украшение маленькое, кристаллы Сваровски, а кристаллы DMC, они приравниваются именно к ценовой политике кристаллов Сваровски. Один маленький кулон стоит в районе 20 тысяч рублей. А у нас здесь... Россыпь, невероятная красота. Итак, у нас потери. Итак, да, у нас потери. В изумрудном цвете остался только один размер, 48-50. Да, у нас двойные размеры, поэтому в изумрудном только 48-50 остался. Есть другие размеры. В вишневом пока есть все. Я тоже выбрала вишню себе. Черный, белый тоже в ограничении. Уточняете оператор в колл-центр. Да, вот знаешь, смотришь на вишневый, мне тоже нравится. Смотрю на изумрудный. Ой, а какой изумрудный красивый. А белый подойдет вообще ко всему. И действительно, Свет, наша команда серьезно готовилась к выпуску именно этой новой коллекции. Правда. Шикарная подготовка. Тем, что мы смогли сегодня такие достаточно сложные времена привести эту коллекцию. Мы знали еще в 2023 году, что наша команда готовится привести уникальный бренд Кази сюда, но вы прекрасно понимаете, с какими трудностями могут сталкиваться сегодня. Но наша компания, вот я очень люблю Леомак за то, что мы, знаешь, такие первопроходцы, мы ничего не боимся, мы делаем. Мы создали свои коллекции обуви, мы теперь создаем линейку своей одежды. И то, что партнером сегодня стали бренд Кази, для нас это большая честь и гордость. Мы сотрудничаем с нашими коллегами из Турции. Более 30 лет этому бренду, и бренд Кази сегодня представляет свою продукцию. Это премиум-линейка во многих странах мира. Закупают они сырье в Италии, Израиле, Индонезии. Обрабатывают они его и создают потрясающие шедевры в Турции. И представьте, мои дорогие, что в каждом отдельном городе отдельная фабрика, которая занимается производством страз-кристаллов. Другая создает и красит, например, сырье. Там они создают, то есть это узкое направление. И мы сегодня представляем вашему вниманию коллекцию, потрясающую коллекцию. Успейте заказать. Да, главное успеть дозвониться, заказать свой размер. Размеры, кстати, для удобства сдвоены. Выбирайте сегодня эти предложения. Я вот сейчас уже влюбилась в белую расцветку. Я обожаю либо черный, либо белый цвет. Это всегда нарядный. Вот рубашку сегодня со стразами для себя в белом цвете. Если успею, закажу именно этот джемпер в белом цвете. Он роскошный, он мягкий, он приятный, он прекрасно сядет на вашу фигуру. Вот вы даже представьте, какие ощущения будут, когда вы надеваете эти стразы, эти украшения.
Здесь уже действительно не нужно ничего дополнительного украшения. Это экономия даже на украшения. Здесь россыпь страз. Ну, а сейчас, дорогие друзья, давайте посмотрим специальный ролик о работе нашего сайта leomax.ru. Leomax.ru – это выгодные покупки в несколько кликов. Тысячи актуальных товаров, модные бренды одежды и обуви, акции и специальные предложения. Заказывайте на сайте и в мобильном приложении, оформляйте доставку и оплачивайте картой. Наслаждайтесь жизнью, совершая покупки онлайн на leomax.ru. Ну что ж, мы продолжаем. Сегодня столько роскоши, сегодня столько цветов, кристаллов, украшений. В нашей студии действительно завораживает дух. Успейте заказать. Для тех телезрительниц, кто только что к нам присоединился или делает свои первые покупки, наши новые покупательницы, вы удачно заглянули на Leomax. Сегодня новая коллекция, премьера бренда КЗ. Это турецкий бренд, который сегодня поражает нас вот искусностью исполнения, натуральными тканями, великолепной посадкой. Итак, мы возвращаемся к водолазку-джемперу «Цветочная сказка». Его цена 4999 рублей. Кстати, хочу сразу сказать, можно оплатить всего часть суммы. Вы видите, 1666. Это специальная система оплаты. Три легких платежа, которые называются на нашем канале. Уточняйте, пожалуйста, у оператора колл-центра. То есть в течение 3 месяцев вы можете оплатить покупку, а носить уже в первый месяц, как вы оплатили часть. Как мне в ней комфортно, девочки. Вау. Честно вам скажу, конечно, водолазкой назвать это сложно, полноценный джемпер. Он очень свободный. Могу представить себе, какое счастье для многих составит украшение. Действительно, ни одну из этих вещей я бы даже украшать не стала. Здесь настолько все богато. Бренд КЗ сегодня у нас в гостях. На мне размер 54-56. Напомню, что, девочки, 48 размер – это 54-56. Вы прибавляете каждому размеру. Европейскому размеру вы прибавляете 8. Хочу обратить внимание на то, что, несмотря на тепло, мне очень комфортно и не жарко в этих вещах, потому что технологи бренда КЗ выбирают натуральные ингредиенты. Мы продолжим знакомство с этим удивительным брендом, а у меня ощущение, что сказка продолжается. Да, сказка продолжается, Света, роскошно выглядишь. Спасибо. Вот смотри, брюки-кюлоты, да, классический черный цвет и сразу богатство роскоши цветов. Этот горчичный оттенок, который ты выбираешь. Посмотрите, как располагаются цветы. Мне очень нравится. Вот, казалось бы, объемный рисунок. Он ни в коем случае не полнит. Он, наоборот, прям собирает. Какая у тебя талия изящная, да, бедра. Очень-очень мягкий трикотаж. Он прекрасно тянется, мои дорогие, но при этом он не вытягивается. И мне очень нравится, Анечка, что он скрывает все нюансы моей фигуры. Ну, а я рада продолжать наши эфиры. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, делайте заказы. Мы продолжаем. И приветствуем вас в следующем часе рубрики «Одежда и аксессуары». Для тех, кто только что присоединился, я напоминаю, что сегодня у нас премьера бренда КЗ. Сегодня новая коллекция. Удивительная, роскошная. Выглядит дорого, но по доступным ценам. Да, наша команда смогла привезти эту коллекцию из Турции. Сегодня в прямом эфире представляет вам ее. Вы можете делать заказы как по телефону, который видите внизу в левом углу экрана, так и через наш сайт leomax.ru. Легко и просто делать заказы через сайт. Попробуйте, там представлено еще больше уникальных товаров, более 10 тысяч товаров на нашем сайте. Ну что ж, начинаем следующий час. С вами я, ведущая Анна Березина, и помогает вам выбирать и подбирать образы наш профессиональный стилист, эксперт канала, автор программ о стиле и моде Светлана Воронцова. Светочка, еще раз тебя приветствую. Привет, моя дорогая. Сегодня для меня было двойным счастьем, когда я видела, что мы с тобой стоим вместе в эфире. Очень по тебе скучаю. Люблю тебя, Анюта. Спасибо. Дорогие мои, ну что ж, сегодня праздник, сегодня сказка. Сказка для всех модниц, кто обожает эксклюзивную стильную одежду. Каково же было наше удивление, когда сегодня мы воочию увидели эту красоту и блеск кристаллов. Они светят ярче, чем бриллианты. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях долгожданная коллекция бренда КЗ. Ничего подобного не было представлено у нас за все годы существования нашего канала. И ты знаешь, Анечка, у меня сегодня такая гордость за наш канал, потому что мне кажется, что мы выходим уже даже на мировой уровень. Мы начинаем сотрудничать с такими компаниями, которых знает весь мир. И сегодня вы сможете узнать поближе тоже. Давайте посмотрим маленькую предысторию об этом бренде. Внимание на экран. Бренд КЗ. Роскошная и колоритная страна, которая славится качеством тканей, ярким декором, великолепием
разнообразием узоров, фактур и расцветок. Впервые на Leo Max премьера модного бренда женской одежды «Козе», который входит в 500 крупнейших экспортеров Турции и имеет десятки дипломов и сертификатов качества. Инновационные технологии производства, отделка декоративными камнями, модный оригинальный дизайн. Все это позволит вам почувствовать себя современной, стильной и самой красивой. Ну а мы в студии снова, дорогие друзья. Да, у нас сегодня настоящая восточная сказка. У нас сегодня цветы, буйство красок, кристаллы, украшения, которые порадуют любую модницу. Вам всегда будет что надеть, если вы выбираете бренд Козе. Ну а мы продолжаем. Водолазка «Цветочная сказка» сегодня с двойными размерами. Цена ее 4999 рублей. Не забывайте, что можно оплатить 3 легких платежа, то есть всего 1666, и уже ее носить, а потом оплатить в течение остальных 2 месяцев. Вы сегодня подбираете и базу гардероба, например, как на нашей модели джинсы или юбки, о которых мы сегодня тоже представляем. И, кстати, здорово комбинируем с брендом Козе, да? Это прекрасно, да. Мы выбираем сегодня в качестве сочетания бренд Vivien Mare. И хочется отметить, дорогие друзья, что французский почерк дизайнеров бренда Vivien Mare прекрасно добавила теплота и изысканность бренда Козе. Итак, давайте познакомимся с расцветками. Россыпь кристаллов, невероятная красота, сияние, сложный принт и, конечно, выбор качественного сырья выбирают сегодня дизайнеры и технологи бренда Козе и наш канал Реамакс 24. Цвет, который вы видите сейчас на экране, называется черный. Основная палитра этого оттенка – густой серо-черный цвет. На нем мы видим с вами очень красиво распустившиеся цветы кораллового цвета, нежно-белого цвета, и они украшены кристаллами. Как это здорово, насколько тонко подобрана дизайнерами цветовая палитра. И это техника окрашивания 3D. Итак, это черная расцветка. У нас есть еще 2 расцветки. Следующее предложение называется... Мультиколор. Мультиколор. Очень есть схожие оттенки, цвета, но все-таки какому-то преимуществу, да, отдается? Здесь, Анечка, более приглушенный цвет. Можно даже назвать его было бежевым. Бежевый, да. Да, потому что по низу изделия у нас идет с вами кофейно-бежевая гамма. Если вам нужен мой совет и рекомендации по выбору базового низа, я бы сюда подобрала что-то бежево-кофейное, например. И мой выбор цвет, который меня всегда заряжает, очень красивый оттенок горчицы. По мне, так это медовый янтарь. Да, очень красиво. Посмотрите, какие хорошие возвратные свойства. Цветы возвращаются в прежнюю форму. Плотная ткань, она дышит, она очень мягкая, нежная. Прям как ангорка, да? Вот прям. Да, ты знаешь, здесь действительно есть ангора, но сегодня технологи выбирают для себя очень много вариантов альтернативы. Натуральная ангора, все прекрасно знают, что она скатывается. Вот у меня есть один джемпер, наверное, еще лет 20-30 назад я его покупала. Но я его очень редко, Анечка, ношу. Он все время скатывается. В нем мне как-то жарковато. И честно вам скажу, он меня полнит, потому что сама по себе ангора, она пушистая. А значит, она дает дополнительный объем. А здесь наоборот. А здесь наоборот. Да, да, вот я надела этот джемпер, и я понимаю, Шикарно, за счет рисунка скрываются какие-то нюансы моей фигуры. Очень стильно он смотрится, как вариант блузы даже. Да, вот такой цветочный, не прилипает к телу девочки. На мне размер 54-56. Я хочу сказать, что если у вас, как у меня, размер 52-54, выбирайте в сторону большего, то есть 54-56. У нас есть размер 50-52. Вот если бы я его надела, он был бы мне тык-притык. Давайте посмотрим сейчас на параметры. Для вновь присоединившихся к нам, я еще раз напоминаю, что у нас сегодня долгожданная линейка известного мирового бренда Козе. Итак, мои дорогие, по длине размер 54-56, 85 сантиметров. Это прекрасная туничная длина, благодаря которой многие модницы смогут даже завуалированно скрыть какие-то нюансы фигуры. То, что касается объема груди. Я сильно не растягиваю этот джемпер. Показываю вам, что у нас... В спокойном состоянии 67-68. Но если мы будем показывать вам эластичные его свойства, это у нас даже 100, не даже хватает больше. 106 сантиметров. Я хочу вам показать, что имеет сразу возвратный эффект данная модель. И это говорит о качестве бренда Козе. Здесь очень много лайкры. Помимо того, что здесь есть полиамидная ангора, здесь есть лайкра. Очень приятный тактильный
тактильные ощущения, и поскольку я человек закаленный, мне в нем уже второй час, девочки, не жарко. Вот, и знаешь, ткань, она дышит, да, и когда тепло, и когда холодно, вы комфортно себя чувствуете, хорошая терморегуляция. Свет, хочу спросить тебя про горловину, потому что вот написано водолазки, многие говорят, о нет, я водолазки не ношу, у кого-то там проблемы с щитовидкой, кто-то не любит, когда горло пережимает. Насколько комфортно в этой части? Очень комфортно. Ты знаешь, Анечка, вот данная модель, воротничок слегка стойка. Почему мы представляем эту модель? У нас было очень много звонков от женщин прекрасного возраста, и они всегда говорят о том, что страдает шея. Девочки с возрастом, она становится более дряблой. И для того, чтобы скрыть какие-то возрастные изменения наши с вами, нам понадобится чуть-чуть спрятать вот этот элемент. И мне нравится, что здесь стоечка до половины доходит. Она не душит, она не давит. Причем сама воротниковая зона действительно такого а-ля эффект водолазки, но все-таки это джемпер. Джемпер, да. Правильнее назвать было бы джемпер. Посмотрите, мои хорошие, достаточно как все широко, да, и не утягивает ничего. Но не вытягивается. Да. То есть здесь специально